Приветствую всех, уважаемые трейдеры. Два фактора вчера сыграли ключевую роль на рынках. Первый – это данные по прогнозу роста ВВП США, которые были снижены с 2,6% до 2,2%. Как вчера предполагалось, данная новость негативная уже была заложена в цене. По евро-доллару фактически не было никакого движения, и пара продолжает нисходящую тенденцию, тестируя уровни поддержки этого года. Я думаю, что все возможности пробития границы 1.12 на текущий момент у рынков есть. И первая цель, которую я рассматриваю, это 1.11570. Второе важное событие – это то, о чем мы с вами говорили, касательно твитов Трампа. Так совпало, что как раз это произошло одновременно с публикацией данных по ВВП США, хотя я думаю, что это не совпадение. После твита Трампа о том, что нефть слишком дорогая, ОПЕК, пожалуйста, сделайте что-нибудь, нефть в моменте упала на $1. Очевидно, что вербальные интервенции стали быстрее выкупаться, потому как нефть резко откорректировалась уже за сегодняшний день и достигла вчерашних значений. Тем временем Саудовская Аравия пытается убедить Российскую Федерацию продлить ограничения на добычу до конца года. На текущий момент есть договоренность только лишь на 3 месяца. Я думаю, что эта договоренность, скорее всего, на этом и остановится. Потому что Россия видит ситуацию на сырьевом рынке. И сейчас нет никакого необходимости ограничивать добычу, снижать поступление в бюджет, когда увидите, что такой крупный игрок, как США, активно наращивает и уровень добычи, и уровень экспорта в принципе на весь мир. Что касается Брексита, то сегодня будет очень важное голосование, результаты которого будут известны в 2 часа ночи по московскому времени. Если сегодня соглашение не будет принято, стране грозит снижение кредитного рейтинга и вероятность выхода страны из ЕС без сделки значительно вырастет. Отсутствие соглашения приведет к пробою текущей поддержки и психологически важной отметки 1.30. Которые котировки фактически коснулись, и откроют следующие уровни на 1.28 и 1.25. По переговорам между США и Китаем, которые вчера поддержали рынок, есть определенный прогресс. Сегодня проходит еще один раунд переговоров. По вчерашним заявлениям стало понятно, что переговоры будут длиться еще очень долго и поэтапно. Рынки на текущий момент находятся в зеленой зоне. S&P отскочил от отметки 2800, сейчас мы двигаемся к цели на 2850, однако следует учитывать, что сегодня пятница, возможно фиксирование прибыли крупными фондами, плюс новости по Brexit, которые непонятным образом окажут воздействие на рынке, в том числе могут коснуться и в принципе американского фондового рынка, поэтому все перспективы сегодняшнего снижения, на мой взгляд, от текущих уровней по S&P есть. Также в течение дня будет публикация по инфляции в еврозоне, в 13 часов по Москве, в 15:30 будет публикация данных по ВВП Канады, которые здесь напрямую коррелируют с рынком нефти, поэтому ждем публикации, тем не менее важно понимать еще на каких значениях у нас будет нефть и на каких значениях у нас будет S&P, потому что в данном случае эта корреляция довольно сильная. Напоминаю, что вчера в США был переход на летнее время, поэтому американский фондовый рынок будет открываться в 16:30 по московскому времени. Всем желаю успешной торговли, хороших выходных, будьте аккуратны с позициями по британскому фунту. Движения могут быть очень сильными и, в принципе, рынок настроен медвежий. Поэтому спасибо за внимание. Всего доброго.